Мне очень жаль, что такое замечательное мероприятие, как фестиваль «Русское зарубежье», случился вот в эти годы. Поздно, потому что очень многие из тех, кто был за рубежом, кого выбросила туда волна революции и последующие годы, они уходят, их осталось мало. Но то, что они сегодня с нами, это замечательно, потому что это воссоединение каких-то родных, очень близких русских людей, воссоединение России. В рамках второго дня международного кинофестиваля «Русское зарубежье» состоялся круглый стол ученицы Михаила Чихова Джоанны Мерлин о наследии великого мастера. После беседы состоялся премьерный показ фильма, созданного киностудией «Русский путь» совместно с телеканалом «Россия» под названием «Мерлин Монро», «Энтони Куин» и другие. «Фабрика звезд» Михаила Чехова. Фильм представил директор киностудии «Русский путь» и президент фестиваля «Русское зарубежье» Сергей Зайцев. Скажите себе, каждый человек есть произведение божественного искусства, и вы постепенно начнете чувствовать за каждым человеком некую силу его создавшую, его создающую. Сам человек явится вам иным. Станет понятно, что значат слова об уважении к человеческому достоинству, о том, что человек никогда не должен рассматривать другого человека как средство, но всегда только как цель. Этим принципом Михаил Чехов будет руководствоваться до конца своих дней. После показа состоялась беседа режиссера Алексея Бурыкина со зрителями. Посмотрите, тот старый МХАТ, который вот мы застали, он был на излете уже. Все старики, они все говорили о Чехове как о каком-то вот идеале. Гений, гений, понимаете, во всем. Я уже столько вам рассказывал лирических рассказов, что я и это прибавлю, что я помню в течение, ну, до 14-летнего возраста, у меня было чувство, что жизнь вокруг – это джунгли, которые наполнены дикими зверьми, которые только хотят меня разорвать на кусочки и уничтожить. А потом вдруг случилось что-то. Бог вошел в мою жизнь. Бог всесильный здесь нам помогает, славу Роса всюду подкрепляет. Только обозрели и вскоре обселили полосу важную земли макерой. Только обозрели и вскоре обселили полосу важную земли макерой. Я Александр Баранов, первый главный правитель Аляски, Алеутских и Курильских островов, сочинил эту песню, мечтая, что она станет гимном русской Америки. Финское правительство разрешило въезд в страну финнам из Советского Союза для постоянного проживания на исторической родине. И новые финны не заставили себя ждать.